Привет, мои дорогие! Я Александра Соколова. Кто меня не знает, я 12 лет занимаюсь продажами недвижимости за рубежом, в частности в Турции, в частности в городе Мерсин, где я сейчас и нахожусь. Но если быть точнее, это не сам Мерсин, это город Эрдемли, который является его городом-спутником с населением 150 тысяч человек, с постоянно проживающим населением, со всей инфраструктурой, с банками, с магазинами, супермаркетами, торговыми центрами, поликлиниками, учебными заведениями и так далее, и так далее. Нахожусь в комплексе в Новом, который расположен рядом с морем. Видите за мной море, замечательный пляж. Квартира также замечательная, 3 спальни, 3 санузла. Отдельная кухня и прихожая, и отдельный зал. Хорошее качество отделки, привлекательная цена. Смотрим саму квартиру. Итак, у нас 2 квартиры на этаже, и это входная дверь. Очень красивая, нарядная. Глубокий шкаф, встроенный при входе. В коридорах и в рабочей зоне у нас пол плитка хорошего качества, красивая. В жилых зонах у нас не менее прекрасный теплый паркет. Из коридора мы попадаем в зал. Зал у нас отдельный. Вставки обоев. Витражные окна фактически во всю стену. Мы находимся на 7-м этаже, и вид на море, конечно же, у нас открывается. Французский балкончик у нас есть, видно марину. Пляж не видно, но вот за мариной в той стороне у нас будет замечательный парк городской и пляж. Такой вот прямоугольной формы зал. С зала мы можем попасть на остекленную террасу хорошего размера, безрамное остекление. Открываются виды Эрдемли. Вот это у нас школа. То есть, если детки у вас есть, им далеко не нужно будет ходить. Также мы можем с террасы попасть в кухню. Кухня у нас большая, светлая, современная, каменная столешница, фурнитура с доводчиками, 2 окна. Над рабочей зоной, обычно делают только возле раковины. Здесь вот достаточно мест для приготовления пищи. Доча будет помогать, наверное. В стоимость входит техника, вытяжка, газовая плита и духовка. Место под другую технику, под широкий холодильник. Вот тут за дверью у нас тоже есть шкаф. Мест для хранения более чем достаточно. Такой красивый, благородный цвет. Место под батарею. В перспективе газификации у нас Эрдемли. Телевизионная антенна, розетка. Кухня у нас отдельная. Из кухни мы можем выйти в коридор. Вот такой вот у нас коридор. В коридоре у нас есть 1 санузел формата а-ля терка. Второй
классический санузел с широкой раковиной, зеркалом, полочками, душевой кабиной и унитазом с функцией биде. Ведь он новенький, еще упакованный. Вся сантехника, вся фурнитура, подчеркиваю, очень хорошего качества. И даже на полу плитка такая, которая не скользит. То есть, если она мокнет, она не скользит. Такая вот шершавенькая. Здесь у нас в спальне. Спальня хорошего размера. Пол ламинат. Большое окно. Также есть выводы под телевизор, антенну, электричество, под кондиционер, ну и, естественно, под люстру. И здесь уже даже мелочно приятно, есть все подготовлено для штор. Такой вот вид из окна открывается. Смотрим дальше. Дальше у нас еще одна спальня, тоже не маленькая, хорошая, светлая. Здесь у нас небольшой французский балкончик. И родительская спальня. Размеры еще больше. Таким декорированием одна стена, обои. Имеет одно окно небольшое, сложные потолки, выход на балкон с небольшим видом на город и на горы. Такой вот балкон. И как это принято в родительской спальне, должна быть санузел и гардеробная. Вот это место под гардеробную. На самом деле это пожарный выход, дверь, которая открывается исключительно изнутри. Место под стиральную машинку. Здесь можно поставить шкаф или сделать какое-то место для хранения. То есть очень много пространства. Места много не бывает. Было бы оно. А что с ним делать, всегда можно решить. И санузел. Санузел полноценный. Раковина. Зеркало. На самом деле за зеркалом такой шкафчик. Душ. И унитаз с функцией биде. Если вам понравилась эта квартира, дайте мне, пожалуйста, знать. Мои телефоны появятся у вас на экране, либо всегда находятся в инфобоксе под видео. Там же я всегда оставляю технические характеристики объекта недвижимости. Стоимость, айдат, то есть все, что мне известно о данном объекте. Но вы всегда можете задать вопрос в комментариях, и я с удовольствием их читаю, если есть вопросы, отвечаю. Пишите мне на WhatsApp, звоните мне напрямую, приезжайте, буду рада встретить вас. У нас есть сервис по трансферу из аэропорта Адана, либо на автостанции Мерсина, если вы едете на автобусе из Анталии или из Алании. Позвоните мне, обсудим, каким образом вам лучше добраться. У нас есть квартиры в управлении под аренду. На время выбора вашей недвижимости мы ее можем предоставить. Берегите себя, увидимся в Мерсине. Пока-пока!